Ксения Мишина и Александр Эллер умилили своих поклонников новой фотографией. В сторис на своей странице в Instagram Александр Эллер отвечал на вопросы фанатов. В частности, поклонники поинтересовались, когда же Александр и Ксения сделают обещанные парные тату. Юморист решил ответить в оригинальном стиле, запостив фото их плечей. На снимке Александр показал, что сделал тату в виде чайного пакетика. Со своей же стороны Ксения выбрала тату – чашку с чайного сервиза. Напомним, что Ксения Мишина в одном из выпусков шоу «Холостячка» пообещала набить тату, если ее избранником станет Александр Эллерт. Как видим, актриса сдержала обещание. Стоит добавить, что сладкая парочка любит удивлять своих фанатов. Все прекрасно помнят, что Ксения и Александр сделали кольца с алмазами, которые были выращены из их крови. Парочка решила сделать оригинальные украшения и сдала свою кровь для биокамня. А с вами была Сплетница. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Впереди вас ждет еще очень много интересных новостей.